Сфера образования в центре внимания. В следующем году в эту отрасль будет направлено 166 миллиардов тенге. Это на 26 миллиардов больше в сравнении с текущим годом. На улучшение условий обеспечения участия планируется направить 1,4 миллиарда, в результате которого будут отремонтированы 39 объектов образования. Это будет охват капитального ремонта 11 объектов и текущий ремонт 28 объектов. На укрепление материально-технической базы школ планируется направить 866 миллионов тенге. В этом году на заводах «Гормолзавод» и «Енки» открыты дополнительные цеха, а также ускорилась застройка областного центра. Только за текущий год новоселье отпраздновали более 1000 семей. 77 тысяч квадратных метров передано местным исполнительным органам. Очередникам со 60 квартир, детям с сиротом 32 квартиры. Многодетным матерям 22 квартиры. Социально уязвимым группам населения 106 квартир. Также введен в эксплуатацию 40-квартирный дом для медицинских работников. В рамках программы «Нурлы-Жер» до конца года планируется ввести в эксплуатацию еще 6 домов. В преддверии празднования независимости и Нового года ключи от квартир получат 260 семей. Александра Гауэрт, Абзал Балтабаев, Медет Каэркенов, Алмаз Адвокасов, Кукши Акпарат.